Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете получить ответ на практически любой вопрос и улучшить все сферы своей жизни, ну а также исполнить любое, даже самое невероятное желание. Плейлист исполнения желаний к вашим услугам. Сегодня совет Таро на четверг. Тем есть много, но я знаю, что иногда вот просто совет на день тоже хорошо. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и улыбнитесь, и жизнь станет счастливее. Это я знаю точно. Улыбка меняет все, поэтому чаще улыбайтесь. Даже несмотря ни на какие обстоятельства или ситуации, все равно улыбайтесь. Ведь улыбка также поможет найти решение. Так что улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Ну что, вы готовы? Совет на четверг от Таро. Четверг хорошо было бы провести с людьми, которых вы любите, которых вы уважаете. Это шестерка кубков. Шестерка кубков – это семейная карта, это карта дорогих нам людей. Если даже, день-то, скорее всего, рабочий для большинства из вас, просто постарайтесь вечером, к концу рабочего дня или в течение рабочего дня, если есть такая возможность, связаться с дорогими вам людьми. Родителями, детьми, братьями, сестрами, друзьями. Ну а если есть такая возможность, то соберитесь вечером просто поужинать вместе. Это первое доставит вам всем удовольствие. Ну а самое главное, вы сами подарите любовь и почувствуете любовь дорогих вам людей.